Америки сразу 339 самолетов российского производства. Если конкретно по цифрам, Аэрофлот будут передавать 210 новейших лайнеров MS-21, 89 Super Jet New и 40 единиц еще Ту-214. Все это произойдет в период с 23 по 30 год. Вот таким образом, только по этому авиаконтракту с российского рынка будут постепенно убирать почти половину оставшихся сейчас в стране Боингов и Airbus. Как уточнили в Минпромторге, коммерческие поставки полностью, допустим, русифицированного новейшего самолета MS-21 начнутся для авиакомпании в 2025 году. Сертификат полетной годности при этом планер получит до конца 2024, но в свою очередь самолет Super Jet 100 с российским двигателем. Постоянно развивать, создавать новые современные курорты, собираются на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском.